Сегодня мы готовим классные оладьи. Разогрейте молоко так, чтобы оно не превышало температуру вашего тела. До 35 градусов. Накрываем пленкой, убираем в теплое место на 30 минут. У меня это теплое место, подогреваемые полы. Наши оладьи будут с нутеллой внутри. Показываю, как нужно сделать. Обернуть пленкой дощечку. 6 чайных ложек. Это наша начинка.